Итак, всем привет! И снова урок китайского языка. И сегодня мы будем учиться считать до 10. So, how I can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Yes. In Chinese. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9 is 9, 10, 10. Remember? Oh, okay, I try. E, R, San, C, U, Lo, Chi, Pa, Jo, Shi. Yes. Открою небольшую тайну. Пока работаю в Китае, просто часто сталкиваюсь с тем, что хореограф китаец и считает на китайском языке. Я запомнил до 8 таким образом, потому что И, Ар, Сан, Си, У, Лё, Чи, Па. А вот с этими двумя у меня проблемы. Джо, Ши, Ес. Тяжело запомнить, но до 8 нормально. А потом уже трудности. Так что берите на заметочку, товарищи хореографы, если что, вдруг окажетесь в Китае, будете уметь считать как минимум до 8 точно и до 10 тоже. I know Chinese people can show E, R, San, C, show numbers. Ah, how it, because it's so difficult one, for me. 1, 2, 3. Three. Очень интересная вещь, на секундочку. 1, 2, 3. Russian people show 3. Yes. And Chinese people show 3. Yes, okay. Three. Очень интересно, да? То есть мы можем показать 1, 2, ну, 3 может быть так или так, а китайцы показывают вот так 3. Очень странно, но, наверное, так удобно. Как-то вот так. Окей. So, E, 1, 2, R, San, 3. 4. 4. Okay. In Chinese, 4. 4. 4. 5. 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 Лю. Лё. 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 Может, замечали, есть даже в айфонах такой вот, типа, стикер. In iPhone emoji have this. Лю. Лё. It's awesome. It's cool. Ньюби. Лю. So, 7. Чи. Чи. It's mean. Oh, maybe. It's not. Yes, чи. Чи. 7. Пистолетик такой. 7. 7. Дальше. Чи. Чи. Yes. And 8. Pa. This is 8? Yeah. Это, короче, 8, если что. Вот это могло бы быть 3, но нет, это 8. I think it can be 3, no? Yeah, it can be 3. Бляха-муха, это 8, но это не 3, это 8, если что. Короче, если вам в Китае покажут так, это что-то, это 8, это не 3. And 9. 9 is... Вот это, yes. Это, конечно, можно по-разному понимать, но это, если что, 9. Джо. 10? 10. Yes. I know sometimes people show this. Ah, X. Yeah. 10, yes? Some people. Some people. Mm-hmm. Итак. E, 1, 1, 2, R, 2. Sun, 3, 3, 4. Ну, слава богу, тут все просто. Science card. 4. 4. 5. 5. 6. 7. And 8. О, да, это же 3, это же так просто. Это 8, это 3. 8. 8. 9. And 10. X. Вот так все почти просто получается. Итак, теперь мы с вами знаем, как показать на пальцах ER, San, Si, U, Lu, Chi, Pa. Вот. До 10 умеем считать и показать даже можем. Так что,
Все по-прежнему. Не забывайте сохранять видео, делиться с друзьями, подписываться и пишите в комментарии слова, которые бы вы хотели выучить на китайском языке. Так что, куайла! See you! So guys, now you know how to make 10 count. Ты где? And how can show this ER, SAN, SI, WU, LYO, LYO, CHI, PA, JO, SHI. And so don't forget to subscribe and share this video with your friends, and don't forget write in comment words which you wanna know. So see you. Happy Kuala. Kuala. Bye bye.